Даже угроза от хищников, которые охотятся стаей, для этого феноменального колосса почти ничего не значит. Но гиганту нужно вырасти. Поэтому именно молодые, еще небольшие животные подвергаются основному риску от таких гигантских убийц, как саркозух. И здесь, в Африке, от них не спрятаться. Для молодого паралититана дела оборачиваются к худшему. В окрестностях реки гигантов живет еще один убийца. Кархародонтозавр. Хищник всегда ищет жертву попроще, слабую, раненую или молодую. Паралититан сочетает в себе все. В такой смертельной игре на перетягивание победитель может быть только один. Но убийство еще под вопросом. Кархародонтозавр мог бы прикончить этого подростка, но противостоять стаду 45-тонных взрослых – это слишком. Раненый, но живой, этот подросток избежал наихудшего. Подобные столкновения всегда оставляют после себя следы. Среди костей паралититана был найден зуб кархародонтозавра, а значит, у них могли быть отношения хищник-жертва.